Камень на месте памятника Ушакову в Темникове заложили еще в сентябре 2017-го. И вот спустя 2 года на высоком пьедестале красуется 2-метровая скульптура из бронзы. Монумент воздвигли в центральной части Темникова, в парке культуры и отдыха по улице Коммунистической. Автор проекта – заслуженный художник Российской Федерации, скульптор Юрий Злотя. Легендарный полководец изображен с крестом в правой руке. В монументе воплотили многовековые традиции православной культуры и идеи сохранения памяти о героическом прошлом русского народа. Ушаков является символом мужества и стойкости, непобедимости российского флота, образцом праведности. Он подлинный герой. И именно на таких примерах должно воспитываться наше подрастающее поколение. Воздвигли памятник на средства Российского военно-исторического общества и федерального гранта, который выиграла администрация Темникова. Большой вклад в благоустройство монумента внесли жители района. Основание постамента построили на их пожертвования. Вклад и денежный, и материальный, другим это и бетон, это и стройматериалы и так далее. И где-то в денежном варианте на сегодняшний момент около 290 тысяч рублей, а еще и материально где-то еще рублей так 100-200. Это значительный вклад. И, в общем-то, люди все понемножку участвуют в этом. Имя адмирала Федора Ушакова много значит для Мордовии. Его мощи покоятся в Санаксарском монастыре. В Темникове полководец при жизни открыл госпиталь для раненых. Святого Феодора местные жители считают своим покровителем. На торжественном открытии бронзовой статуи собрались жители города, республики и соседних областей, духовенство. В числе почетных гостей представители межрегиональной общественной организации ветеранов ВМФ России. Это одно из величайших событий в истории нынешнего военно-морского флота России. И ветераны, и молодежь, и те, кто относится к людям среднего возраста, и мамы с детьми будут гулять. Уж прекрасная площадь, летом она еще больше расцветет. Это будет место, я бы сказал, даже такого доброго паломничества. На площади, над которой теперь возвышается памятник адмиралу Федору Ушакову, планируют установить миниатюрные копии храмов, которые были снесены в советский период. Таким образом, территория станет по-настоящему историческим местом для военно-морского флота, православной церкви, жителей и гостей Темникова. Дарья Козина, Артемий Глазков, Сергей Рябов. Служба новостей, Саров-24.